Ну, экзамен тяжкий, конечно, это вообще без этого. Я думаю, что я отдавался неплохо, в принципе. В своем стиле, в своем темпе. Поэтому я бы ничего не менял. Единственное, что я бы поработал больше стяжами, чтобы лучше с ними работать, меньше выдыхаться, потому что они забрали больше всего сил. Thank you.
тяжело, когда все меняются, а ты устаешь один. Вот, спасибо моим тренерам любимым, Игорю, Толику, спасибо Алексею Беляеву. Алексей является одним из моих первых тренеров. Как-то раз Алексей заменял тренировку, когда только пришел. Алексей Беляев с двумя страйпами на белом поясе и вдавал мне азы открытого гарда. За что ему отдельное спасибо. Удачи ему в будущем на экзамене, чтобы все травмы обошли его на этот день. Экзамене запомнилось больше всего, когда вышел главный тренер. И тут я понял, что мне
ребята не травмировались, берегли себя. Вот, не пропускали тренировки. Вот. И вовремя стучали, потому что если вовремя не стучать, скорее всего, будет травма. А чем больше травм, тем дальше путь до пояса.